Из Великого Новгорода заглянем в Старую Руссу. Там вопросы благоустройства сегодня активно обсуждают в одноименной группе ЧП ВКонтакте. Речь идет о памятном доме Беляева. Он входит в список объектов культурного наследия и связан с творчеством Достоевского. Здание находится в аварийном состоянии, и сегодня здесь пострадал один из рабочих. Рушан волнует, что на момент ЧП дом совершенно не был огорожен. Сотрудники следкома проводят доследственную проверку. Предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ произошло обрушение фронтона крыши здания, в результате чего пострадал рабочий одной из управляющих компаний. Мужчина доставлен в Старорусскую ЦРБ для оказания медицинской помощи. С учетом полученных данных, после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.